Где наш мышонок? Вот он. Всем привет! Привет! Мы поехали сегодня к нашим друзьям в деревню в гости на день рождения. Ну, там не день рождения, просто поехали поздравить мою крестницу Леру. Что ты Арсюше подаришь? Это самолетик. Это не самолетик, это вертолетик, да? Да. Стоим, ждем папу. Мы сейчас едем к нашим друзьям в гости. Они живут недалеко от города Челябинска, но совсем в другой стороне от нас. То есть до них нам ехать где-то, наверное, километров 50, да, Леша? Подожди. А сколько? Да, где-то километров. Да, где-то километров 50 нам до них ехать. Скоро у моей крестницы Леры день рождения, и мы едем заранее, хотим ее поздравить, потому что в ее день рождения у нас не получится приехать к ней в гости. Вот. Ну и заодно решили ее братику сделать подарочек. Тем более братик Лерин — это крестник Леши. Вот, мы купили ему вертолетик. Но Алиса уже положила глаз на этот вертолетик. В общем, не знаю, как они его будут делить. Надеюсь, что Алиса не будет жадничать и все будет хорошо. Нормально поиграют. Вот, не будут ссориться. Лера заказала подарком себе на день рождения резиновые сапожки какие-нибудь модненькие. В общем, мы сейчас едем в магазин, где много-много обуви. Надеюсь, мы найдем то, что она хочет. Я ей скинула несколько картинок. Она лайкнула те модели, которые ей понравились. В общем, поедем искать то, что она мне налайкала. И все, купим подарок и едем сразу же к ним. Алиска спит. Леша с ней останется, а я сейчас пойду в торговый центр наш челябинский, буду выбирать Лере обувь. Очень надеюсь, что что-то ей найду подходящее, если не найду, то деньгами подарим, скорее всего. Хожу, выбираю, выбор обуви огромный, но резиновых сапожек не так много. Вот. Не знаю, какие выбрать. Вот она мне показывала, что что-то такое она хочет. Размер только один, 38-й. В общем, нам это не подходит. Сейчас еще похожу, посмотрю. В общем, иду я ни с чем, ничего не купила. Если что-то даже есть, то размеров уже нет, уже все раскупили. Вот, наверное, сейчас доедем до банкомата ближайшего, снимем денежку и подарим, наверное, денежка. Она уже сама себе купит то, что ей надо. Крошка наша еще спит. Леша до банкомата пошел. Осторожно, Леша. Не матерись. Что там у Сереги плохого? Строится все. Мы приехали. Вот дом, который построили наши друзья, сами строили. И забор сами устанавливали. Еще у них есть гараж. В общем, молодцы. Молодцы. Мне у них очень нравится дверь. Сейчас покажу вам. Крутая дверь. Супер крутая. Вот такая дверь. Класс. Весы. Тут кто-то что-то взвешивает. Кошак тут бегает какой-то. Это что за котик? О, Алена, это кошка у тебя родила? Вот это вот от беспородного кота? Ничего себе, как он здоровый стал. Расцветка-то какая интересная. Спасибо. Мы же тебе сломали. Мама говорит, что мы тебе как-то сломали много-много лет назад вертолет. Вот мы тебе решили новый купить. Пульт сломали, да? Ну, в общем, он тут с пультом. Он еще стрелять умеет, летает. В общем, разберешься. Какая вкуснятина. Я еще на улице почувствовала запах. Я не поняла, что это. Класс, да, Алиса? Да. Будем кушать булочки? Да. Да. Алиса с собой колпачки взяла. Праздничные, да, доча? Я одела. Давай, ты одела. Смотри, какая она маленькая. Я плачу, вот день. Это просто будет вот такой лазик будет. И точек будет. Смотри, я дочь одела. Класс. Я дочь одела. Сопротивляется, да, Алиса? Дочь, ты одела, ты молодец. Все, я одела, доченька, не переживай. Вот, включил я его. Включил, ну-ка положи. О, о. Ну-ка еще, поднимайте. Только не на меня, только не на меня. Не бойся, Алиса. Давай, 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 давай.
Однако ты умеешь, я не умею. Алиса боится, ей по пальчикам чуть-чуть попало лопастями. Не бойся, доченька, папа тебя защитит. Помнишь, мы тут видео снимали, когда ты маленькая была? Да? Помнишь? Это Серж. Они его называют Сируня. Серж. Такой недовольный. Вы что пришли? Вы что на меня смотрите? Дикая кошка. Шипит, как змея. И зовут ее Алиса. Ой, ужас какой! Алиса, только не подходи к этой Алисе. Она может кинуться Лёше на руку. Такая нервная. Кто ты, Алиса? Ты Селестия? Нет, Искорка. Искорка? Это рог у тебя такой? Да. Ой, какая красивая ты, Искорка. Жопки-то не отрезаны. Как вы думаете, что они делают? Сейчас вам покажу. Чистят чеснок, помогают Аленке. Алена сейчас будет делать картошечку по-деревенски. Алена, жопки не отрезаны. Жопки отрезает. Не обращайте внимания, дом еще в ремонте. Еще идет ремонт полным ходом. Какой миллиард? Миллиард. Мне кажется, что жить уже можно вполне. Этот городок отстроить. И продавать. Да. Вот они как играют. Алиса у нас Искорка? Нет, Флай-флай. Флай-флай, да? Вот так. Вот так. Класс. Кто бесится? Нет. А я больно? Алиска? Соли не хватает. Ну там и не будет. Вот что делает, а? Филя, Филя. Ой, как желейка, желейка. Алиса уже набесилась с Лерой. Эй, Филька. Филя – это помесь шотландской кошки, шотландской породы кошек и обычной дворовой кошки. У него шерсть такая необычная, очень мягкая. Так, это что за дела-то? Ему же тяжело. Правая сторона такая. Правая сторона. Да. Это уже левая сторона. Да, правая левая та сторона. Была. Да, вот эта какая. Да что ты его мучаешь-то так, а? Смотри, какую желейку. Желейка. Попкой своей задавишь. Ну, тоже Филя. Тоже ты Филя? Да. Играет в одеялко. Эй, кто в домике живет? Кто в домике живет? Это мой Филька. Твой Филя? Алиса у нас на тренажере сама. Как Барби. Вот как она, как Барби. О, как на лыжах, да, Алиса? Да. Вот как надо делать. О, понесся. Супер тренировочка. Такой классный пистолет. Нету патронов. Супер крутой. Там нету патронов только в нем. Достает Арсюху. Поиграй в то, поиграй в это. Где мое? Время уже больше 10 часов, уже так спать охота, если честно, у меня глаза закрываются. Мы на втором этаже сейчас находимся, в игровой комнате, где Арсений играет. Вот. Это моя комната. Да, это твоя комната, да, ты нам здесь все показываешь, какие у тебя игрушки есть. Сейчас он покажет, как пистолетик стреляет. Такой классный пистолет у него.
Иди сюда, иди сюда. Не уходи туда, а то попадет в тебя. Доброе утро, мы проснулись. Алиса вон с кошкой лежит. С Филом. Филя, да. Меня тоже зовут Филя. И ты тоже Филя, ладно, ладно. Алиса боксер. Маленький боксер. Вот так. Вот так, вот так, вот так. И тихонько. Вот она, злая кошка. Злая. Ой, осторожно, Алиса. Миновосая. Хорошая. Правильно, Алиса, она хорошая. Она такая лошая, она после. У нее уже паника, смотри, она как дышать начала, много так стала, на нее смотрит. Сейчас начнет шипеть. Ну, а моя красавица. Не, такая. Не. Да хорошая, хорошая девочка. Аж захрустела вся. Пока Алиска спит, мы спортом занимаемся. Нам так вчера понравились Аленкины хачапури, что Леша сейчас с Серегой пошли в магазин за сыром, принесут сырочек, она сделает хачапури, мы покушаем, Алиса как раз проснется, и мы поедем домой. Вот, за рулем буду, скорее всего, я. Давно уже не ездила, очень хочется покататься за рулем. Купила себе кофточку горчичного цвета, разлетаечку, с длинным рукавом. Вот, посмотрите, что вы думаете по поводу нее. Леша сказал, что это кофта для полных женщин и что мне она не подходит. Но мне кажется, что она очень прикольная. Под низ я одеваю черную маечку, потому что кофточка иногда задирается. Ну и как бы, чтобы не было мне неловко, я одеваю черную маечку. Оставьте в комментариях свое мнение, идет она мне или не идет. Потому что Леша меня, как всегда, сбивает с мыслей. И я потом уже начинаю стесняться носить такие вещи. Вот, напишите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу. Едем домой, отдохнули хорошо. Наконец-то едем домой. Хватит отдыхать. Уже темно. Завтра на работу. Уже темно, фары не светят. Уже темно, да, у нас фары одной нету. Все, мышонка пристегиваем. Наконец-то мы доехали до дома, сейчас будем приводить себя в порядок. В общем, наш вечер будет обычным, как всегда. И сегодня пораньше ляжем спать. В следующем видео я буду отвечать на ваши вопросы. Всем пока-пока!